Телезрители давно стали добровольными помощниками телеканала «Видное ТВ», предлагая темы для репортажей, присылая видеосообщения в рубрику «Мобильный репортер». Поводы бывают разные. Одни рассказывают о проблемах, другие делятся впечатлениями от увиденного. Житель Развилки Александр Богза прислал видео выступления своих дочерей-близняшек Софьи и Полины. Девочкам всего по 7 лет, но они уже второй год занимаются эстетической гимнастикой и делают определенные успехи в этом виде спорта. Этот видеоматериал снят с проходивших в Таллине международных соревнований. Это были не просто первые соревнования международного уровня для молодой команды из России. Это был турнир, на котором честь нашей страны пришлось защищать юным гимнасткам в возрасте от 6 до 9 лет. И девчонки справились с серьезной задачей, заняв высшую ступеньку пьедестала.